На Камчатке определили первых 15 победителей акции «Победим ковид вместе». В розыгрыше ценных призов приняли участие около 800 человек, прошедших вакцинацию против COVID-19 с 13 сентября. Победителей выбрали среди участников, которые прошли регистрацию на сайте «Здоровая Камчатка РФ». Выдача призов пройдет вечером 23 сентября в торговом центре «Голланд Плаза», рядом с мобильным пунктом вакцинации. В правительстве края обещают подобные розыгрыши с призами, среди которых смартфоны, планшеты, телевизоры и фитнес-браслеты будут проходить каждую неделю. Все люди, прошедшие вакцинацию первым компонентом, по регистрации на сайте, будут являться участниками акции. И основной розыгрыш у нас планируется 17 ноября, на котором будет разыгран автомобиль. Но также призываю всех пройти вакцинацию, защитить себя и своих близких. Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте «Здоровая Камчатка РФ» и внести туда свои данные. Узнать подробности также можно по телефону горячей линии 8 800 141 400 и у волонтеров на любом из пунктов вакцинации.